Привет! Этим видео мы хотим респектнуть Юрию Дудю за поднятие интереса к IT-сфере, к стартапам и технологическому сообществу в целом. В своем последнем выпуске Юра рассказал про атмосферу Кремниевой долины, чем приоткрыл завесу тайны мира IT перед своими подписчиками. 5 миллионов просмотров за сутки! Это мощно! Особенно для нашей сферы! За что ему большой-большой респект. Мы же сообщество русскоязычных IT-блогеров Ютуба. Хотим напомнить всем вам, что не только в Кремниевой долине творятся чудеса. И что на самом деле мир IT намного ближе. Каждый из нас своим творчеством ежедневно доказывает это. Мы делимся знаниями онлайн, стирая границы. И совсем не обязательно ехать в долину или Стэнфорд. Можно обучаться где угодно, в любое время. Кроме того, в любом крупном городе России, Беларуси, Украины, Казахстана или любой другой страны есть IT-комьюнити, IT-компании, школы и возможность для развития в этой сфере. Да, не все так просто. И у нас нет такой инфраструктуры и поддержки, как в Кремниевой долине. Но это вопрос времени. И у нас есть люди с горящими глазами, которые действительно могут зажечь и делать просто невероятные вещи. Так что каждый из вас, кто смотрит это видео, уже сейчас может начать делать первые шаги в IT. Вступать в местное сообщество и прокладывать будущее в IT себе и всему человечеству. Ну а мы вам в этом, конечно же, поможем. Не сдавайтесь, топите вперед, смотрите по сторонам. IT гораздо ближе, чем вы думаете. IT в целом — это безумно круто, это фантастика. Желаю вам в этом успехов. Будьте здоровы, живите богато. Не опускайте руки. Тянитесь к знаниям. Будь одержим своей идеей, и это окупится. Старайтесь изучать программирование, увлекайтесь и становитесь профессионалом. Прокачивайте свои скиллы. И помните, под лежачий камень вода не течет. Покажем всему миру, на что мы способны. Пока.